Всем здорово, ребят. Ну что, решил записать вам видос. Многие из вас начали писать в личку, в ВК, в телегу, показать вам Мэри. Я зашел, честно говоря, тоже удивился из-за того, что разработчики поменяли в Мэри описание скилла и не сказали нам этого. Если раньше она просто пробивала, то сейчас самое интересное, самый сок в самом низу. Они сделали еще одного неубиваемого героя, но это все хрень по сравнению с тем, что я вам покажу. Мэри тоже классная, Мэри донатная, но я вам покажу неубиваемого бездонатного героя, который будет нагибать на PvP локациях, и IGG этого не предвидели. То, что они здесь сделали, они в принципе знали, на что они идут. Честно скажу, это хрень. Вот не надо этого делать было, но они это все-таки сделали. Это им огромный минус. Что теперь герой умеет? Первое. Герой теперь получается у нас неубиваемый в определенной сборке. Смотрите внимательно. Он отражает урон даже через лимиты. То есть, если раньше Фрея, допустим, била, и ей отражалось 18, либо тот же самый Зефир, то теперь ей, именно ей, отражает, ну, то есть от нее отражается весь урон, который ей наносится. То есть у вас сборка 55%. Есть варианты сюда поставить нового суперпитомца, который отражает. Но самое лучше всего, если я не ошибаюсь, Дрога у нас отражает дополнительно, дает щит, который отражает 65% дамага. Можно сюда еще поставить в снаряге, сейчас я поставлю, победный выпад. Такая вот сборка у нас будет. И вы сейчас увидите на примере, я покажу вам на примере топов. Я сделаю так, вот у меня стоит как раз дополнительно ПДшка, чтобы она не сливалась на отражалке. Мы это уберем, поставим сюда, я не знаю, что можно сюда такое поставить. Поставим вот так вот, она у нас вроде в снаряге собрана с уклонением. Вот, пожалуйста. Идем, ищем, не знаю, кого ищем. Ищем героев с воодушевлением. Ищем в первую очередь Зефира. Зефира с воодушкой. Как вы знаете, Зефир получает 36к. То есть по отражалке. Я сейчас просто хочу найти именно таких героев, которые с ограничениями и с воодушевлением. Вот, например, возьмем Огник, да. Он всегда у нас, скажем так, бил, дамажил. Сейчас тут у нас больше даже, наверное, мислит. Все, он слился, но мы напали просто на Огника сразу. Это немножко не то. Я вам покажу сейчас на примере другом. Я найду с воодушевлением героя. Вот Зефир с воодушкой. Внимательно смотрите вот сюда. Он должен, по идее, отражать. Ну, то есть ему должно прилетать обратка 30. 6к, но посмотрите внимательно на вот эту вот обратку, вот сюда смотрите, 168, то есть все, что прилетает по Мэри, она получает нули, ну то есть у нее есть неуяз, дальше она получает урон, и вот весь дамаг она отражает уже даже свыше, то же самое сейчас будет и с Фрей, если мы до нее дойдем, точнее мы ее зарядим, хоть как-то, ну ее слили. Ее сливают, то есть если хорошо прокачанный правильный герой, ничего в этом плохого нету, то есть она сливается даже 100% отражалкой. Но сама суть, то есть они добавили такой пунктик, который игнорирует. Это будет, конечно, пользой на атаке фортов. Однозначно это будет польза на атаке фортов. Так, сейчас я попробую, мы сейчас сделаем здесь по-другому. Мы зайдем через ворожея, где-то вот здесь ее выпустим, и включим Фрею. Сделаем так, чтобы она включилась. Вот, смотрите обратку. Там нули просто проходят. Надо все время, чтобы она была включена, все время била.
Вот обратка, видите, там есть иллюзор, ну, то есть она не получает урон, то есть, соответственно, 0. Блин, я уже больше закинул. Но когда она получает урон, то есть обратка идет свыше ограничения. И это, в принципе, с одной стороны интересно, с другой стороны это, опять же, нарушение того, к чему мы привыкли. Ну, хотя, в принципе, с одной стороны это не столь страшно. Давайте опять запустим ее где-то вот здесь. Так, вот смотрите внимательно на обратке. Запустили оккультиста, вот 2-3 тысячи она получает. Самое главное, чтобы она у нас сейчас дамажила Мэри. Видели, какая обратка прошла? 700. Еще одна обратка, и героя просто нет. То же самое с Зефиром. Смотрите внимательно, 36 тысяч. И посмотрите, какие, ну тут уже она бьет. То есть, когда не получает, он 36 сейчас от оккультиста получает обратку. Сейчас пусть оккультиста добьет. Надеюсь, он его добьет. И видите обратки от Мэри. Ну, то есть, по сути, он сейчас сольется налегке. А, у нас даже не... Он сольется и так налегке. Сейчас она его добьет с этим. Или будет ничья. В общем, с подхилом ее реально будет сложно убить. То есть такой вариант реально сложный. Я не знаю, зачем они это сделали. С другой стороны, это будет польза нам, по крайней мере, тем, у кого она есть в Запределье. На атаке фортов можно будет спокойно против Фрей воевать. Но это все фигня, ребят. Это все, честно говоря, херня против того, что вас ожидает. Я говорю, вы просто охренеете. В общем, ждите видоса, интересного видоса. Я постараюсь даже два сделать видоса. И сделайте по максимуму, чтобы эти видосы разошлись просто и дошли до IGG. Потому что что они сделали, точнее, что они делают в каждой обнове, это они добавляют что-то, но потом это не тестируют. А здесь они, в принципе, это сделали осознанно, но это тоже влияет на геймплей. Ладно, идем кого-то другого найдем. Идем, найдем просто Зефира. Ну, 36 вы видели. 36 это его отражалка на обычном герое. Так, ищем. Ищем топовую расту. Теперь Мари опять, ребят. Опять имба. Вот, есть с воодушками героя. Отлично, поехали. Хоп-хоп. Видели, сколько дамага она получила? Нормально тогда. Но смотрите на Зефира. 119к отхил. Точнее, обратка. Но ее сливают. Как видите, она сливается. Можно заблокировать. Ну, то есть, все нормально, все good. Это не страшно. Но увеличили обратки. И это, в принципе, хорошо, что теперь фреями не будут делать ту всю хрень, которую делали. То есть, если она уйдет в инвиз с маскировкой, либо Зефир уйдет в инвиз с маскировкой, они получат люлей. Это хорошо, это радует, по сути. То есть, таким образом они решили бороться. Вот смотрите, что делается. Вот, видите, она в инвизе слилась. Маскировки говорим до свидания. Ставим Мэри. И все, и маскировка просто уже не канает, ребят. Но это все херня. Честно скажу, херня. Это донатный герой, он для донатов. Без донатов его нету. Вот даже на огнике посмотрите. До свидос. Мари теперь может бегать соло, ребят. Она теперь может бегать соло, нагибать пачки. Сейчас мы дойдем до Зефира. Ну, она и так его, ну, как бы нагнула. Но тут еще и отражалка идет. То есть у него ограничений нет. Теперь Зефир херня. Огник, по сути, в частности, если он с хорошим дамагом, тоже херня, потому что он будет все, что он наносит, а он наносит до хрена урона. Тоже скажем ему до свидания. Ну, видите, обычные герои добивают. Она может не зарядиться. То есть вариантов очень много, как ее это все обойти. Но теперь у нас 100% Зефир улетает, особенно с воодушкой на дефе, если брать Мэри. У нас опять не могу найти. Даже можно смело нападать на него без проблем. Поехали посмотрим. Ну, вот Фрея.
Видите, когда нули проходят, ну, герой убивается. То есть, то, что она неубиваемая, не сказать, я вам показал, что она дохнет так, как надо. Другой вопрос, это отражалки. Ну, самое главное, что Огник нахрен, Зефир нахрен, Фрея с маскировкой нахрен. То есть, это поставило на место Мэри, то есть, что она реально топовый уже на PvP локациях будет, нежели тот же самый Зефир против нее. Раньше Зефир ее там шатал, как хотел, вертел. Сейчас это будет не так все просто. Конечно, есть опять же нюансы, но в принципе вы сами все видите. Если правильно собрать героя, вот посмотрите внимательно. Уклонение плюс вальс, и Огник тоже живой. То есть он не дохнет. Но это все херня, опять же. Это все донат, это сюда лезть не будем. Просто они усилили Мэри, вот и все. Пишите комменты, что по этому поводу думаете, и ждите охрененный видос про без доната. Всем удачи, всем пока.